которые в КБ не играли, ну это такое себе. Надо, ну, серьезные люди, с которыми мы сможем дать бой. Мы должны будем в Тайфуне выигрывать, и как там, че, Ураган, 2 из 3 боев. Мы туда просто с несерьезными людьми, не то что 2 из 3 боев выигрывать, мы туда не дойдем просто. Я такого, нахер надо, я себя чувствую тут реальным игроком, не тем игроком, который будет еще раз, блядь, терпеть ебатню. Блядь, у меня чат еще один запустился, чую сейчас. Заглючит у меня чат. Snowflake, ну, скорее всего, на гире. Да вообще, ну, этот вопрос как бы не ко мне. Это профильный эсминцевод серьезный должен сказать, на каком он эсме будет катать, и на каком он эсме будет там раздавать, и на каком он эсме будет решать бой. Это не ко мне вопрос, это человек сам должен выбирать. Ну да, Евгений Костенок, 1800 плюс, но под КБ хотелось бы 2200-2300 плюс, вот так людей, примерно по такому параметру. Потому что между 1800 и 2300 ровно примерно такая же разница, как между мной и Номаном. Разница настолько космическая, что мало места. Ну, я видел, что реально, ну, люди не вывозят по скиллу. Просто вот, с одной стороны, играют чуваки более уверенные в себе. С другой стороны, играют чуваки, которые в момент, когда им надо выехать и решить бой, никогда не выезжают. Так что, ну, такое не годится. Такое не годится. Я же сразу, ну, говорю, надо делать все, ну, по-нормальному, либо нахуй не делать, нахуй это движение. Я опять в петушином движении участвовать не собираюсь, это сильно, короче, трешово. Я же говорю, что я играю, для меня эта игра спортивный, ну, как не спортивный интерес, ну, соревновательный момент имеет, как бы, все дела. Я не хочу в соревновательном моменте чувствовать себя, блядь, чуваком, который может реально решать, проигрывать, нахуй, каким-то ботом, блядь, ебать, нахуй мне оно надо. Я напроигрался ботом, с меня хорош. Блять, бомж. О, сучка, тормозит, вы видали? Я тут, блядь, уже втычу конкретно, мне еще там Вустер нарезает сам, или, блядь. Где это? Короче, ребята, я еще раз повторяю, блин, кто в клане, кто хочет зайти, если есть желание. Серьезные люди, в КБ я никуда не спешу, я на таком вот раскладе, что если кто-то хочет зайти в клан и прям сразу пойти на КБ, я могу так могу сказать сразу, что я с таким раскладом никого не приглашаю. Потому что просто так я туда не пойду, ребята. У меня как бы тоже должно быть какое-то самоуважение, но не могу я, блядь, зашквариваться. Мне эти КБ зашкваривают, как топ игрока, понимаете? Мне приходится играть с ботами против сильных кланов. Нахуй оно мне надо, ребята? Я на такое не подписываюсь. Ты шо, я уже поиграл, мне хорош, блядь, меня хватит, мне больше не наливать, блядь. Ну, 3000 плюс нам и не надо, аватар. Надо посмотреть, а ты аватар, ну, на ком-то кроме авика вот, шаришь там, ты себя уверенно чувствуешь? Потому что, допустим, я видел авиководов, которые ни на ком кроме авиков себя вообще уверенно не чувствуют. Ну, ты сможешь там на крейсере реально перестреливать чуваков? Ну вот, Андрей Кулик, мне как бы, видишь, надо и канал поднять, и... Ну, короче, мне надо на канал этот, контент. И вот этот контент, который у меня был в клане радио, мне на канал такой контент не нужен вообще. Мне нужен либо нормальный контент, либо он не нужен вообще. Но вот такой контент, абы какой, это не дело. Ну, если так, аватар, то не знаю, то надо сейчас вообще посмотреть, что у нас сейчас в клане. Я как бы еще не смотрел, но я не видел там у нас аватар 7 игроков 2000+. Может, я давно не заходил, сейчас глянем. Если есть такие серьезные люди, посмотрим, что у нас там есть ли эсминцевод. Там очень важно иметь хорошего эсминцевода, блядь. Это будет решающий фактор, потому что, ну, иногда играл с эсмиками, они реально... Он может и классный парень и всякое такое, но он задачу эсмика в бою не выполнял просто.
в бою надо как бы захватывать точки, как бы всякое такое, но у нас в бою все упиралось в то, что точку захватить не получается никогда. Да, попробуем аватар. Если тем более 7 человек, я вот сейчас прям после боя гляну в клане одним глазком, что там по людям. Я просто давно не смотрел, я что-то бухал там пару дней. Я же думал, там еще не... Ну, по крайней мере, там не было 7 человек 2000 плюс, это точно не было. Там было 3 или 4 человека, я помню, 2000 плюс, но не 7 аватар. И, конечно, сейчас гляну. Блять, эту мойку не могут убить, вы видите, а я не смогу ее пройти. Что она, блядь, заповошенная однозначно. Ой, боже. Ну, я исполняю конкретно, это вы видите. Дальше продолжаю исполнять. Блядь, на мойка, вы видите, что она делает, то есть... Реально, одна мойка мне перекрывает ихнюю команду. Я не могу за нее бить ихнюю команду. Вон она, блядь. Как же он будет на ББ-бомбу реагировать, блядь? Его вустер бьет просто с бронек. А на ББ-бомбу, я вижу, он будет не очень реагировать хорошо. Да, ребят? Ой-ой-ой, он выжил, блядь, эти, ну, проигрывают по всем фронтам, ну, ёлки-палки, добейте хоть... А, то его Минотавр бьёт, а мне показалось вустер, думаю, что за херня, что это за вустер в бронях. Минотаврик, братишка, его надо забирать, решили, давайте там как-то поднажмите. Чувачки, я вам его буду светить, ёлки-палки, Минотавр, копейки, хорошо! Хорошо, ребята, вот это вот хорошо, это то, что нам надо было. Это то, что нам надо было для того, чтобы у нас хотя бы тут был шанс на победу, ребята. Потому что вы видите, мы проигрываем, но сейчас будут этот фланг просто душить так быстро, что они тут как бы особо тоже долго не поиграют. Я надеюсь. Очень быстро. Здорово, Леонардо. Сейчас глянем тогда аватар, я что-то это не видел, блин. Сноуфлейк, я не знаю, как насчет полевика. Будем пробовать. Я могу сам попробовать, в принципе, порулить. Ну, либо если есть, как говорится, у нас кто-то желающий, кто-то, кто шарит, будет рулить. Мне вот этот как бы момент, кто будет рулить, не важен. Но мне кажется, я тоже сам смогу порулить, в принципе, хотя... Я не знаю, посмотрим, как оно будет получаться, блядь. Ну, едет вустер еще сюда. Ну, от вустера мне еще тут фулова не хватало, да-да-да. Думаю, кто бы тут мне подпортил немножко боя. А тут фуловый вустер, да? Ну что, бить вустера, ребята. Сразу же челететь на Миссури, блядь. Ладно, полетел я на Миссури, буду бить как-то Миссури. И буду готовиться залетать сейчас на Гиринга. Здорово, Иван Флюсов. Да, голые косики, ребята, голые косики. Буду вообще весьма благодарен. Бля, что-то я сам нами провтычил конкретно. Ой, как больно, ребят. Не очень довольны этот Миссури от того, что случилось, да? Но я завтычил своих самолей, мне сейчас тоже будет не очень прикольно. Мне сейчас будет тоже не очень прикольно. У нас, конечно, пока не все потеряно, ну и шансы наши тают на глазах, ребята, как вы понимаете. Шансы наши тают реально на глазах. Но я сейчас буду вот вскоре забирать вот этого Миссури и эсминца забирать, елки-палки. Ясно, мне придется еще раз лететь на Миссури. Фух, ну двойнушечка не наклюется, но я вижу, что тут в бою, блин, что-то такое намечается. Ну двойнушку тут, по-моему, сделать Unreal, да, ребята? Реально Unreal просто.
Мне надо бить этого однозначно Миссури, потому что если его сейчас не убью, он тупо выживет. А Гирю это с одних торт не заберу никак. Гирю я то не заберу никак, ребята, с одних торпед. Вот в чем вся проблема. Ой, боже, ребят, ой, боже, мне там кто-то заряжает реально напоследок. Ой-ой-ой, забрал, ребята, я его забрал. Я его забрал, я честно не ожидал такого момента, ну теперь же они меня бить точно не будут, правильно? Ну, мне так впилили под конец, так впилили, ребята, вы видите, это тоже урон ненужный. Очень ненужный, здорово, крикет. Очень-очень ненужный, ну погнал я что-то с ними думать. Тоже там самые остались, вы видите. Ой-ой-ой, ребята, ой-ой-ой-ой-ой. Его надо схавать. Ясно, схавал, блядь. У меня авик опять. У меня авик не туда едет, сука, я провтыкал. Ну что за хуйня, ну почему он начинает иногда рулить, блядь? Просто непонятно куда, блядь, непонятно зачем. Боже, блядь, ясно, не-не-не, тут Лестер в этом бою побеждать мне не даст. Ты что, меня высадили, меня сейчас зачувствую, блядь, с полподачи убил, да? Ладно, вот так откинусь на эти бис уже, блядь, откидыш, я надеюсь, что модно торпа попадет. Меня, блядь, агент Смит догоняет, его надо, сука, убивать побыстрее, ребята. Неужели он, блядь, без заградки? Как бы его забрать с одних торперов? Вот так, да, ребята? Он едет, по-моему. Сука, сбил мне одного торпера, его сейчас можно было забирать, я ему скинулся, ребята, шикарно. Ну вы видите, сука, Лестону не дает его забрать с одних торперов, мне надо так было его убить, так это было важно. Я и скинулся хорошо, и все сделал хорошо, елки-палки, решили, помоги его убить, братан, дай ему какого-то шарового поджога, хоть с ПМК. У нас хоть будут какие-то шансы минимальные, да, ребята? Ну, пожалуйста, ну добей ты его, чувак. Реально минимальные шансы у меня будут потащить. Летит их не авик, ребята. Он уже сейчас будет налетать, сейчас будет все очень жестко. Из-за того, что мне выбили все хп, я попал. Ладно, я сразу же подрубаю заградку. И все, он тоже подрубает заградку, и это теперь точно пиздец, тут можно гадалки не ходить, как говорится. Гадалки тут ходить не нужно, ребята, чтобы понять, что это пиздец, блядь. Еще пока не пиздец, ребят. Он меня решил светить, вы поняли. Но уже скинулся со всех, правильно или не со всех? Бля, ребят, бой превращается в реальный трэш, как видите. Которая мне, как всегда, надо тащить команду Батяру в одиночку.
которой мне команду ботяр надо тащить просто в одиночку, в тупую. Ну их не авик на самом деле, Магадан тоже исполняет, не на шутку. Он там какой-то фуповошник, правда, походу, пришел. Что это он так их сбивает активно, я не могу понять. Так, через 2 минуты я его буду забирать, ребята. Через 2 минуты я его буду забирать, если я выживу сам. Мне теперь нужно не пропускать просто его налеты, и все. Никакой на лобовую не будет с этим чуваком. Боже, ребят, он же сейчас, блядь. Ладно. Ну мне очень трудно, меня просто, блять, продамажили, понимаете, в чем вся проблема в начале боя, у меня из-за этого очень мало хп. Я питаюсь каждый день. Каждый день. Есть еду, совсем не лень. Есть еду, только совсем не лень. Я всегда найду еду. Я всегда найду еду. А иначе пропаду. Еда, еда. Иди ко мне сюда. Иди сюда ко мне. Всем здрасте. Забор покрасьте. Тоха, Тоха. Жарь картоху. Мустер или муську выкати. Если не мешает плану стрима. Здорово, Голь, спасибо тебе огромное за поддержку, большое, небольшое. Там, в принципе, честно, не мешает, особенно если Вустер или Муська. Спасибо тебе, Голь, огромное за поддержку, большое-пребольшое. Вот он, ребята, вот этот правтык, блядь, мой. Ну, боже, ну как я мог в выигранном бою так навтыкать, ребята, это пизда. Как я мог так навтыкать в выигранном бою, я без понятия. Все еще не очень потеряно, ребята. Все-таки я выжил, я за ним лечу, блять, но у меня отбиться надо от последней его атаки, от вот этой. Боже, ребят, 300к, тяну победу нашим раком, вы видите, вытягиваю. Вот это лайкосик, согласитесь, однозначно. Вытягиваю я эту победу, ребята, с горем пополам. Ну меня так жахнули, вы видели? Просто у меня осталось 16к, он меня даже не смог 16к выбить. Жесть, ребята, голые косики, блин. Это вообще жесть, ребята, еле-еле бой вытащил, ты что, еле-еле, почти 1 000 000 он. 3800 опыта, нормально, солидно, да, ребята? Посмотрите, на 2100 опыта больше, чем у второго места, о чем тут говорить? Бывает и так, блядь. Ну я там, конечно, в какой-то момент начал исполнять, начал переживать, что я уже не потащу.